сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока мы увеличиваем, но ясно одно. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Сэр, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед. Дорога. Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, вы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку в крышу. Как понял, прием. Ладно, приятель, скоро буду. Все приготовиться. Оружие к бою. Начинаем. Контакт на земле. Прямо по курсу. Надо пробиться к вертолету. Иди через ворота на рынок. Вперед! Ракета! Идут! Пехота на крышах! Подходит с юга! Солдат! Идут по земле с юго-востока! Верьте! Противник на крыше в угодавке! Солдай! Вижу противника! Человек, он будет на крыше! На
Вперед! Прорываемся по улицам и на рынок. Граната пошла! Атак на юге! Осторожнее!